Выявлять манипуляторов, читать скрытые мотивы в мимике и жестах собеседника. В Государственном таможенном комитете прошел курс лекций по психологии профессиональной деятельности. В целях максимального охвата личного состава лекционными занятиями была организована видеоконференц-связь с региональными таможнями. Сотрудники ГТК получили возможность изучить аспекты психологии, профессиональной деятельности и управления персоналом, механизмы межличностного восприятия и приемы эффективного общения. В своей повседневной профессиональной деятельности работникам таможенных органов, да и в целом работникам правоохранительной системы, необходимо иметь запас определенных психологических знаний о психологии поведения человека. Эти знания очень необходимы для того, чтобы эффективно вести свою профессиональную деятельность, чтобы лучше понимать мотивы поведения других людей. На самом деле замечательный получился диалог. И спасибо за замечательный вывод. Ключевая фраза сегодня прозвучала у вас, что нужно ко всему относиться мудро. В Государственном таможенном комитете отмечают, что вопросы психологического обеспечения деятельности силовых структур являются актуальными не только для Приднестровья. В конце ноября представители таможенных органов нашей республики приняли участие во второй Всероссийской научно-практической конференции специалистов ведомственных психологических служб. Она прошла в Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии. Изучение психологии таможенной деятельности – одна из составляющих стратегии развития правоохранительных органов Приднестровья, отмечают в ГТК. А она, в свою очередь, направлена на повышение профессионализма и квалификации личного состава всех структурных подразделений. Татьяна Коркина, Игорь Донченко, Первый Приднестровский телеканал.